Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать и показать, с какими инструментами я работаю при создании лоскутных изделий. Давайте начнем. У меня есть два роликовых ножа разного диаметра, 45 и 60 мм. Оба имеют острое лезвие, что позволяет быстро разрезать несколько слоев ткани и получить ровные детали. Оптимальный размер 45 мм. Для таких ножей у меня есть специальные маты, которые защищают поверхность стола при резке. На этих матах есть разметка, она бывает в сантиметрах или в дюймах, в зависимости от того, в каких измерениях вы шьете. И на этих матах также имеется разметка углов, что позволяет ровно и быстро подровнять блоки. Линейки для пэтчворка у меня тоже есть, их большое количество. Они бывают разных размеров, разных производителей. Но все они имеют линейную разметку и разметку углов. Для новичков я рекомендую размер 15 на 30 сантиметров, этого будет достаточно. У меня есть машинка Бернина 380 прямострочная, о ней я расскажу в следующих видео. Утюг у меня — это парогенератор. Из дополнительных инструментов я использую обычные маленькие ножницы для обрезки ниток. Также есть маркеры по ткани. Они меловые, и их линии исчезают при помощи пара. Для сборки сэндвича я использую специальные изогнутые булавки. Для пошива блоков использую обычные булавки. Для быстрой окантовки я использую вот такие вот прищепки. Это все инструменты, которые я использую при пошиве лоскутных изделий.